Давай мы продолжаем на историю. Книга 3 Царств, глава 12, стих 1. Мы будем читать эти все главы. И пошел Ровом в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы высарить его. И услышал о том Еровоам сын Наватов, когда находились еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Еровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Еровоам и все собрания израильтян пришли и говорили Ровоам и сказал: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Стих 6. Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Еще раз: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить ему ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. Он ничего не знает, это царь. Это царь Ровоам, он ничего не знает. Мы продолжаем. Стих 9. «И сказал им: что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи его иго, облегчи его, которое наложил на нас отец твой, и говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: так скажи народу им всему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мои мизинец толще шресли отца моего. Итак, если отец мой обременил вас тяжким игом, то я увеличу его ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Смотрите, что он говорил его людям. Он никогда не любил его людей, если он будет это сделать. Если он это будет делать, это царь, который не любит его люди. Давай мы продолжаем. Стих 12. Книга 3 Царств, глава 12, стих 12. Еровоам и весь народ пришли к Ровам на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему.
И говорил он, посоветовал молодых людей и сказал, Отец мой наложил на вас тяжкое его, и я увели, а я увеличу его ваше. Это плохо. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждение было Господом, чтобы исполнилось слова Его, которые изрек Господь через Ахию Силомлянина Ервовому сыну Наватову. Стих 16. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Есовом. По шатрам своим Израилу. По шатрам своим Израилу. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Что мы читали здесь в 3 Царство глава 12 стих 1 до 16. Стих 16 здесь, где сказал по шатрам своим Израиль. Теперь знаем свой дом, теперь знайте свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим. Это здесь так началось разделение Израиля на северное и южное царство. Это как это началось, это разделение. Потому что здесь Ровом, он не слышал им. Он не слышал им. Но это что наш Бог хотел, как мы уже читали здесь. Стих 17. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Юдиных, царствовал Ровом, как наш Бог предсказал. Стих 18. И послал царь Ровом Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Ровом поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сегодня. До сегодня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воссорили его над всеми израильтянами. Извиняюсь, это очень трудно читать. Еще раз, стих 20. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воссорили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Едина и Вениаминова. Вениаминова тоже называют на английском Бенджамин. Бенджамин. Дом или колено Юдина на английском это Жуда и Бенджамин. Жуда и Бенджамин. Они остались с цар Ровом. Стих 21. Ровом, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Юдина и из колена Вениаминова 100
80 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровому сыну Соломонову. И было слово Божье к Самию, человеку Божию, и сказал: «Скажи Ровому сыну Соломонову, царю юдейскому и всему дому Юдину и Вениаминову и прощему народу. Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было, ибо от меня это было». Это что наш Бог хотел. Поэтому он сказал здесь: ибо от меня это было. И послушались они слова Господние, и пошли назад по слову Господню. И обстроил Йоровам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда дошел и построил Пенуэл. И говорил Йоровам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровому царю юдейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Ровому царю юдейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот Бог твой, Израиль, который вывели тебя из земли египетской, и поставили одного в Вефле и другого в Дане, и повело это к греху, и повело это к греку, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Йоровам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертву на жертвенники. То же сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вефиле. В 15-8 месяца, месяца, который он произвольно назначал, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курпение. Царь Йоровам сначала бил добрый сэр, а потом он начинал думать, как он хочет. Он начинал делать, что он хотел, и он обратился все Израиль люди, что они не будут поклонять наш Бог, Израиль Бог. Это что мы читали здесь. Может быть, мой русский не очень хороший, но надо читать эту книгу. Книга Третье царство, глава 12, от 1 стих до 33. Надо читать всю эту историю. Это 10 пленений, которые Бог дал его
они все начинали поклонять идолы, которые наш Бог заповедал, что мы не можем и не будем поклонять. Но царь Елевом заповедал им, что они будут поклонять эти все идоли. И они все хотели это сделать, потому что если они не хотели, они не будут поклонять это идоли от другие народы. Но они поклоняли эти идоли. Поэтому наш Бог бросили все эти 10 племен и назвали им язычники. И назвали им язычники. Почему? Потому что они сейчас как остальные люди или другие народы. Поэтому он назвал им язычники. Час мы открываем. Об этом мы будем читать потом. Но сейчас час мы открываем. Книга Четвертая Садва, глава 17, стих 5. Сейчас давай мы открываем. Книга Четвертая Садва, глава 17, стих 5. Мы будем читать от стих 5 до стих 18. Это еще история. Книга Четвертая Садва, глава 17, стих 5. И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. Самария – это в Ефраиме. Это в земле из Ефраима. Это израильи народы. Это израильи люди, которые раньше начинали поклонять идолы. Наш Бог бросил эти все наши люди в рабство. Он забрал эти все израильи 10 племен в... Он забрал эти все 10 племен и бросил им в рабство на остальные народы или остальные земли. Потому что они не делают, что он заповедал. Не надо никогда, не надо никогда поклонять другие идолы или боги. Но мы не слышали. Мы не слышали. Поэтому здесь мы читаем эту историю. Мы не слышали. Поэтому здесь мы будем читать у его суждения на эти 10 пленений, которые он дал царю Еровоам. Какое суждение он поставил на эти все пленения? Книга Четвертая Садва, глава 17, стих 5. И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осия взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан, и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы, еще раз, когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом, Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обещаниям народов, которые
прогнал Господь от лица сынов Израилевых и пообещал им цари израильские, как поступали они. И стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу, Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города. И поставили у себя статуи из изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. Стих 11. И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. И служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Стих 13. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Юды, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которые я заповедал отцам вашим, в которые я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали. Они не слушали. Наши предники не слушали. Эти 10 плений, которые наш Бог дал Ервам, они не слушали. Еще раз, стих 14. Но они не слушали и ожесточили вию свою, как была вия отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровение Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились и вслед народов окрестных, и которые Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И оставили все заповеди Господа. Еще раз. Наши люди, это 10 плений, оставили все заповеди Бога своего, и сделали себе литие изображение двух царств, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Валу. Служили Валу, Сатану. И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и божествовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его. Стих 18. И прогневался Господь сильно на израильтян. Еще раз. И прогневался Господь сильно на израильтян. Это 10 плений. Это 10 плений назывались тогда Израилем. И остальные 2 плений называли Иудейские сазвы. Есть иудейские сазвы. Как я раньше сказал, когда я сказал начало разделения, если вы помните, раньше читал когда я раньше сказал, в 3 царств, глава 12, стих 16, как началось разделение Израиля, тогда на северной царство и тоже южной царство. Северной
Южной Царству. Северное Царство – это Израиль. Это 10 племен, которые Бог дал царю Яровому. Эти 10 племен Израиля, назвали Израилем, они начинались поклонять идолы от остальных народов. Это тоже называет, это 10 племен тоже называет Северное Царство. А остальные 2 племена это Юдейни и Беньяними. На английском Юда и Бенджамин. Они назывались Южный Царство. Южный Царство или Юдейский или Евреем Царство. Еще раз. Книга 4 Царство. Глава 17. Стих 18. И прогневался Господь сильно на Израиль, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Юдина. Юдина, колено Юдина, это тоже юдейские люди, или евреям люди, и беньянами люди. Они вместе. Вместе называют юдейский царство или южный царство. Надо помнить это. Здесь мы читаем, что наш Бог, Он бросил эти 10 колен. Почему? Потому что они не делали, что Он заповедал им. То же самое сегодня. Но тогда, мечтаем вот тогда. Потому что мы хотим понимать, кто эти язычники в Новом Завете. Это другой народ или Израиль люди. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.